4, 5, 6, 7, 8. У нас сегодня будет 8 коробок. Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Ассаламу алейкум, с вами, как всегда, Нилуфар. И у нас сегодня будет большая распаковка. Хочу напомнить, если вы все еще не подписаны на меня, то скорее подписывайтесь, буду очень-очень рада, потому что совсем скоро выйдет еще и вторая часть. Ко мне приезжает каждый день практически карго. Доставок накопилось достаточно много, и мне хочется, конечно же, поделиться с вами, показать вам. Так что подпишитесь и поддержите этот видеоролик лайком, буду очень-очень рада, а также пойму, интересна ли вам эта рубрика. Так, начнем, наверное, вот с этого. Это набор ножей, внутри 6 штук. Давайте вместе с вами откроем и посмотрим. Я заказала от фирмы M-San. M-San можно заказывать через приложение Karaja. Внутри приложения Karaja есть несколько марок, брендов. Вот, и одно из которых M-San. Я оттуда тоже заказала достаточно много вещей. В принципе, я довольна. Об этом я вам рассказывала еще в прошлом видеоролике. Здесь у нас такая вот подставка. Выглядит вот так. Матовый, достаточно приятный на ощупь. Я заказала точно такой же, два сета. Один мама заказала себе. Друзья, внутри есть вот такие вот ножики. Один для булок. Есть вот такой вот большой. Я, в принципе, наверное, буду использовать вот этот вот, потому что я люблю большие ножи использовать, когда готовлю. Есть вот такой вот длинный для сладостей, скорее всего. И два вот таких вот маленьких. И в набор входит вот эта вот красота. Мне понравилось. Поэтому в будущем, иншаллах, я буду ими пользоваться. Вот таким вот образом. Так как мы начали с приборов, наверное, продолжим и с приборов. У меня здесь сет 60 предметов. Здесь у меня есть ложки, вилки, а также ножик. Я заказала тоже от бренда Karaja. В принципе, практически все здесь от Karaja. Как мне открыть ее? Главное здесь адрес не спалить. Хотя, кому нужен мой адрес? А, внутри встречает нас вот такая вот коробка. Вау! Посмотрите вы на эту красоту. Ложки я выбирала себе очень долго. Вы не представляете, насколько долго. Но когда я увидела этот сет, я решила, что это прям то. Мне нужно заказать, и я заказала. Здесь достаточно приборы тяжелые, я бы сказала. Я не знаю, удобны ли эти ложки. Мне все равно. Но они мне безумно понравились. Посмотрите, какие они идеальные. Они круглые. Буду ли я жалеть, что купила именно такие? Не буду, наверное. Смотрите, какой ножик у них. Классный, элегантный и очень тяжелый. Ножик прям очень тяжелый, а вилки вот такие вот изящные. Вот так они выглядят. Здесь на 12 персон я заказала сразу. Ой. Вот. Немножечко, конечно, скатилась. А, нет, показалось. В общем, мне безумно нравится. Идем дальше, друзья. Давайте мы откроем вот эту вот крупную коробку. Она очень тяжелая. Я не знаю, что здесь внутри лежит. Это коробка от M-San. Что-то точно для кухни. Так что открываем. Друзья, оказывается, это столовый набор, который мы с вами смотрели в прошлый раз. Я не знаю, почему оно стояло там, где не открыты доставки. Давайте посмотрим, что же здесь лежит. Так, достаточно большая коробка. Эти ножи очень удобные. Мне прям нравится. А здесь у меня разделочные доски. Пока это что ли? Друзья, вот такая вот доска в такой огромной упаковке. Это как? Выглядит вот так. Здесь две штучки. Здесь есть две крупные коробки. Наверное, мы их откроем в самом конце. И давайте мы с вами посмотрим, что же вот здесь. Она достаточно легкая. Я не знаю, что там, честно. Я реально заказывала их, наверное, недели 2-3 назад. Они до меня дошли только. Скорее всего, это из-за того, что я заказывала много одновременно. Это что, интересно? Чайдонлык такма. А, это чайник. Очень маленький. Я думала, он будет немножечко побольше. Двухэтажный.
Друзья, мой чайник выглядит вот таким вот образом. Двухэтажный, как я уже говорила, для турецкого чая. В принципе, то, что он такой маленький, это вообще не проблема, надеюсь. Ну, вообще, в принципе, это не проблема. Вот, знаете, я чайник выбирала очень долго. В принципе, как и всю свою посуду, я смотрела на разных сайтах, в разных приложениях, и там какие-то странные рукава, очень странно все сделано, я не знаю. Для меня важна каждая деталь, поэтому я очень тщательно выбираю все, потому что, думаю, многие знают то, что я люблю создавать уют у себя дома. Здесь у нас кахвалцитакма. Что это такое? Это, если вы смотрели вчерашний видеоролик, то наверняка вы уже знаете, что это такое. Но для тех, кто не видел и пропустил этот ролик, давайте я вам расскажу вкратце. Кахвалцитакма — это набор для завтрака. Турки уделяют этому большое внимание. Они любят по большей части именно завтраки. Если у нас в Средней Азии, а также в других нескольких крупных городах зовут гостей, к примеру, на ужин, то турки всегда приглашают на завтрак, потому что их завтрак очень разнообразный, и они достаточно поздно завтракают. Где-то в 12, ну, понятное дело, если вы работаете, да, то это уже другая тема. Но чаще всего именно так и происходит, поэтому здесь должен быть кахвалцитакма, набор для завтрака. Поэтому, конечно же, Нилу тоже заказала такая вот коробочка маленькая. Начнем с нее, наверное. Я не ожидала на самом деле, что здесь будут стаканы для чая. В принципе, они очень милые. Я, наверное, их буду использовать обязательно именно на завтрак. Вот, я покупала еще и сет для чая отдельно. Эти тоже красивые. Так, здесь поднос. Здесь коробка, внутри еще коробки. Бисмилля, давайте. Наверное, там вся основная посуда. Я заказала на шестерых. В принципе, можно и на 12, но я решила, что лучше всего на шестерых. Вот. Здесь сырья. Тяжелая. Одна. Вторая. Бисмилля, давайте. Здесь еще коробка. Друзья, коробка в коробке просто. Так, здесь что-то хрупкое лежит. Отложу ее. Так, у нас здесь подставки для... Сейчас покажу. Для стаканчиков. Нужно поставить вот так. И все, можно приходить к нам на завтраки. Здесь есть еще вот такие вот, немножечко глубокие. Это для того, чтобы класть в варенье или же какие-нибудь закуски. Здесь и такая маленькая коробочка, очень интересно, что внутри. Ничего, надеюсь, я не поцарапала. О, я, честно, не ожидала, что сюда входит еще и набор для перчика и соли. Они очень милые. Выглядят вот таким вот образом. Здесь снизу есть вот такой вот силикон. Можно наполнить и закрыть. Друзья, я реально не ожидала, что в набор и это входит. Так. Все нормально. Выглядят они вот так. Идем дальше, откроем вот эту вот коробку. У нас здесь две вот такие вот посуды. Я 100% уже знаю, что туда класть. Скорее всего, туда режут огурчики и помидорчики. Некий салат, скажу так. И здесь есть вот такие вот тарелки. В них, кстати, да, тоже в этот сет входят тарелки. Они выглядят у меня вот таким вот образом. С этой стороны они как бы выпуклые, а здесь этой выпуклости нету. В общем, я не знаю, как это объяснить, но выглядят они очень красиво. Вот так. Хороший поднос, вроде тяжеленький.
Выглядит поднос вот таким вот образом. Сюда буду класть... Догадались, наверное. Вот эти вот. Для закусок. Открою, пожалуй, одну. А, крышки у них пластмассовые, друзья. Вот так это выглядит. Вот. Друзья, здесь у меня коробка от макарон. Так выглядит. Ой, очень тяжелая. Я не знаю, что здесь внутри лежит. А вот эту вот посылку я заказывала на Крендиоле. Поэтому у нас упаковка такая вот. У меня здесь... А, это у меня сет борджам. Два набора борджама. Круглые, одна большая, другая средняя, и еще прямоугольник. Вот так вот выглядит. В этих формах очень удобно выпекать и ужин, и в целом какую-то выпечку. Прямоугольник выглядит вот так вот. Мы у себя здесь дома тоже готовим в основном всю выпечку турецкую вот в этих борджамах. Производитель здесь Пашабахче. Большая, средняя. Там было еще, по-моему, 3 такие, есть еще меньше. Но мы никогда не использовали, поэтому решили не стоит покупать. На сегодня, думаю, последний бокс это вот этот вот. Давайте вместе с вами откроем и посмотрим. Здесь Челик Тенджерес это. Я обязательно оставлю название на русском языке, где-то здесь на экране должен появиться. Из того, что я уже привыкла к жизни в Турции, из того, что я в основном книги читаю на турецком языке отныне, я уже размышляю и думаю, можно сказать, на турецком языке. В принципе, мне это намного легче. Вот. И название некоторых вещей, конечно же, уже в голове я забываю на русском и других языках, которые я знаю. Давайте откроем маленькую коробочку. Здесь 16 сантиметров. Откроем, посмотрим. Мне очень интересно. Вот этот вот сет я тоже долго выбирала. И, в принципе, потом мне тетя посоветовала от M-San заказать, потому что она, оказывается, использует от M-San. Мы заказывали, используем Korkmaz от фирмы Korkmaz. Мы тоже им очень довольны. Так. Открываем вторую. А, здесь 4 штучки набор. А, там было, знаете, еще со сковородкой, но я решила, что я не буду покупать, потому что мы заказывали себе такую же. Мы сковородку уже не используем. Уже 3 года мы используем эту посуду, но сковородку мы использовали 2 или 3 раза. И нам она вообще не понравилась. Так, этот сколько сантиметров? 24 сантиметра. Мне нравится то, что здесь крышки вот такие вот стеклянные. Это очень удобно на самом деле. И вот в таких вот, скажем, низкопосаженных делают плов в основном турки. Свой вид плова. Выглядит вот так. Правда, очень хороший, качество очень классное. Идем дальше. Здесь... Я немного порвала. Здесь 20 сантиметров. Оно немножечко глубокое, наверное, да. И еще я закажу второй набор. Я заказывала гранит, но нас переубедили, сказали, что в граните готовить небезопасно. Поэтому я, скорее всего, возьму чугунные. Лава называется, красный. Я вставлю фотографию. Возможно, иншаллах, мы купим в красном или же в черном оттенке. Но пока что я еще не определилась, как видите. Смотрите, этот выглядит вот таким вот образом. Тоже хороший. И самый последний, это 22 сантиметра, а тут был 20, я, наверное, сказала. Сейчас я здесь же открою. Этот выглядит вот так. Для основных блюд, наверное, я буду использовать вот эту вот.
друзья, у нас получилась вот такая вот распаковка. Надеюсь, вам было интересно. Если так, то дайте об этом знать в комментариях. Поддержите этот видеоролик лайком, а также можете отправлять супер спасибо. Буду очень-очень благодарна. С вами была Нилуфар, и совсем скоро выйдет еще и вторая часть, иншаллах. Пока! Ну, а я пошла разбирать посуду обратно в коробке, так что пожелайте мне удачи. Всем пока-пока!